вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії для вас працює Наталія Ігнатенко. Добрий день. Сьогодні у «Гомелі» удокладняли накірунки розвиття дошкільної і середньої едукації. Напередодні запланованої на 27 жнівня обласної наради педагогічних працівників для спеціалістів у галіни організували 9 тематичних секцій. На їх кожен мог виказати свій погляд на існуючі у галіні проблеми. З пропановами наставників ознайомився Олег Сенцеров. До першого школьного дзвінка у новому навчальному році залишиться всього один тиждень. Зрозуміло, унести ніякі значні корективи у навчальний процес за цей час немагчимо, де у гэтым нема необхідності. Ось ознайомиться з лепшими напрацовками, які у будь-який момент можна використати на практиці, ніколи не поздно. Серед 300 студентів педагогічних читань, керівники і методисти відділу едукації, установ дошкільного виховання, наставники. Увогулі, подобне мероприємство перед обласною жнівенською нарадою на Гомельщині проводили і раніше, але у іншому форматі, той же відеоконференції, наприклад. Сьогодні вирішили зібрати усіх разом, так більш ефективно вирішаються існуючі проблеми. Не то, як на Гомельщині вони були дуже значними, але працювати над чим є. Якщо рейтинг області по качеству образования достаточно высокий в республике. Мы занимаем лидирующие позиции и входим в тройку лучших и на ЦТ, и на Олимпиадах, то конкретные школы, конкретные районы не срабатывают в этом направлении. И поэтому здесь нужно работать точечно. Далеко не все использованные резервы, связанные с занятостью детей, с работой в субботний день, с организацией объединений по интересам кружков, работы с детьми-сиротами. Серед виказаних за увагу доволі значна кількість помпезних мероприємств, які, по словах самих наставників, проводяться більше для картинки і не оказують ніякого становчого впливу на навчальний процес. Певних коректировок потребує і учебна програма. Особливо це тичиться заміжних мов, де досконало вивчають граматику, але не шмат хто здольний після закінчення установи на цій мові свободно розмовляти. А проча того, нехто лічить існуючі програми занадто складаними і користається підручниками совєтських часів, особливо по так званих докладних предметах. Фізиці – це і математиці. Особна розмова – професійній підготовці наставників, позиція обласного управління едукації. Їх необхідно вчити на протягу усієї роботи. Урешті, шмат хто звільняється з посади по причині менавіта відсутності необхідного опыту і, як слідство, незапотребованості. Особлива увага – темі замацування спеціалістів, хоч тут думки практично однодушні. Перш за все, необхідно робити ставку на місцевих уродженців. Це дозволяє зняти ряд проблем. Проблема с жильем, проблема с адаптацией молодого специалиста. Когда человек приходит в свой коллектив, в свой родной район, когда рядом близкие, когда рядом родные, когда он может рассчитывать на помощь. И поэтому я думаю, что здесь это одна из задач, когда надо именно на педспециальности отправлять своих же учащихся. Усі пропонови, виказані під час роботи педагогічних секцій, по обласному управлінню едукації обіцяють уважливо проаналізувати і винести для обміркування ще раз. Уже на 27 жнівня у Гомелі запланована обласна нарада працівників галіни з уділом керівництва в області і представників Міністерства едукації. Олег Сінчаров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель». У Рогачові завершається підрихтовка до Дня білоруського письменства. Будаўнічі, комунальні і дорожні служби приклали шмат намаганні, каб город покинув саме добре ураження у гості літературного свята. Попередні виніки їх праці оцінили наші кореспонденти. Масштабные работы закранули весь город, працы и день на центральных улицах и при уезде в Рогачов. Усяго до Дня белорусского письменства будет отремонтована, реконструирована и добраупорядкована больше как 40 объектов городской инфраструктуры. Рыхтують город до свята комунальные и дорожные службы, а так само будаўнічыя организации из разных районов области. Дякуючи совместным намаганиям, город начал набывать новое обличье. У приватности шмат зроблено по программе развития жилево-коммунальной господарки. Это капитальный ремонт с элементами утепления, доброупорядкования и озеленения территорий. До того же были заменены амаль усе водопроводные сетки. Их агульная протяглость склала каля 12 километров. Были захвачены все дома. Центральная улица наша Ленина, улица Богатырева, это на въездных дорогах в город Рогачев, улица Кирова. Также ведутся работы по текущему ремонту жилых домов. Не глядя на то, что будаўнічыя работы еще пакуль не завершены, жыхары города по вартости оценили зробленное за апошнія месяцы. Мы, конечно, очень счастливы в городе, что у нас пройдет такой праздник, что нам выпала честь принимать гостей. Город преображается. Он становится совершенно другим, прекрасным. Ну, еще идут, конечно, подготовительные работы, но уже видны результаты этого труда.
Тут без сумнения у пройде незабывное свято, якое подарить усім гостям шмат приемных эмоций. А обновленный город будет у дальнейшем радовать своих жихаров и гостей. Дмитрий Котов, Вероника Ворошильна, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачевского района. Подтримка института сям'ї – одна из приоритетных задач социально ориентованной державы, особливо, коли размова йде про шмадетные семьи. Простые рецепты, доброчинный проект с такой назвой – один из яскравых прикладов этому. С подробязностями Катерина Жданович. Реализация доброчинного проекта «Простые рецепты» отбылась по инициативе Гомельской областной организации Белорусского союза женщин совместно с Гомельским комбинатом школьного харчевания. У приоритете организаторов – поддержка шматдетных семей региона. Идеи они идут от жизни, от общения с людьми, от желания творить хорошее, доброе. Мы хотели сделать такой теплый, душевный семейный праздник, чтобы те семьи, которые сегодня придут к нам на мастер-класс, поделились своими простыми рецептами своего счастья, своего семейного счастья, счастья воспитания детей. Проект отрымался не просто партнерским, але и международным, да и формат довольно незвычайный. Итальянский бизнесмен Джорджо Паролло, який больше за 6 годов проживая у Гомелі, стал удельником кулинарного майстер-класса и поделился своим рецептом приготовления итальянской пасты. У якости помощниц по кухне шматдетные мать из Гомеля. Макароны твердых гатунков, помидоры черри, оливковый олей и базилик. Довольно простые ингредиенты, однако для смачной стравы только этого недостатково. Если человек готовит с удовольствием, и для тех людей, которые он любит и уважает, все будет вкусно. У якости запрошенных на свято 6 шматдетных семей, у каждой из которых от 4 до 7 детей. И они и оценивали на смак приготованную пасту. Але головное не страва, а справа. И коли размова про доброчинные проекты для детей, национальность ниякой роли не играет. Белорусы – это люди. Это хорошие, добрые, гостеприимные, адекватные, умные люди. И это самый большой плюс, и это самые большие преимущества, которые имеет страна. Что касается отношений Италии и Беларуси, можно сказать, что она один из самых плотных и теплых, которые вообще есть. Напередодні навучального года будущие першокласники отримали школьные портфели и подарунки от партнеров проекта. У свою чергу удельники свята подяковали организаторам творчими номерами и поделились простыми рецептами своего семейного счастья. Большая семья – это не тягость, а наоборот опора. И когда в государстве большие семьи, то и государство крепче становится, потому что семья – это само по себе государство. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі все большую популярность набирают квесты. Зараз каждый жадающий может выбирать гульню такого формата на свой густ. Недавно гомельские прихильники квест-румов смогли оценить новые отчувания и на час прохождения гульни перенестися у эпоху середневеча. Ну что, друзья, 14 век, средневековье, и вы оказались в плену у священной инквизиции. Менавіта так начинается сценарий нового квеста, который недавно открылся у Гомеля. На этот раз прихильникам головоломок организаторы пропонуют подороже у середневечья. Отчуть атмосферу можно с первых хвилин. Это наш уже второй квест в городе Гомель, «Гнев инквизиции» он называется. И мы очень гордимся, что он получился в таком виде, в котором он есть. Мы очень много времени потратили на его строительство. Если те, кто уже был у нас на заражении, придут сюда, они увидят, какой огромный шаг мы сделали, как и сценаристы, как и строители, как реквизиторы. Переодолеть все перешкоды, разгадать коды, открыть замки и выратовать сябров. На все дается ровно одна година. У отрознения от компьютерной версии у живых квестах эмоции и отчувания соправдные. Поспробовать свои здольности у живых квестах может каждый жадающий. Минимальная колькость удельников – 3 человеки. Как обещают организаторы, новые уражения и добрый настрой гарантованные. Александр Лупиненко, Дмитрий Радянко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». И опошнее. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-3» черговое передвыборное выступление кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. С 19:00 до 19:30 в эфире выступление кандидатов по Рогачевской окрузе номер 45. С 19:30 до 19:50 до выборщиков звернутся кандидаты по Речицкой окрузе номер 44. Нагадаем, выступление выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.